Ну, во-первых, вообще, все это же преподносится так, что я там имею какие-то долги старой ММ, и вот я их там отдаю или не отдаю. Ничего я не имею, никаких долгов. То есть, я свое получил, я свое отсидел. Все. Ничего никому не должен. Тем не менее, я, да, заявлял, что я буду выплачивать долги старой ММ, поскольку считаю, что имею какие-то моральные обязательства перед вкладчиками, хотя МММ развалило и развалили власть старую. Это сейчас просто установленный факт, уже повторял 100 раз. В моем уголовном деле есть отчеты губернаторов, президенту Ельцину, как идет операция по развалу МММ. То есть моей вины тут нет. Только моральной, разве что. Что я поверил на секунду, что я живу в нормальном государстве. И коль скоро я не нарушаю законы, то... Однако не тут-то было. Да, ну так вот вообще. Насчет долгов, что хотя я формально никому ничего не должен, но тем не менее считаю, что следовало бы выплатить. Какой у нас финкризис, о чем вы? Какой у нас экономик, что ли, есть? У нас банановая республика. Бананы, нефть и газ. Вот, а сейчас кризис у самих покупателей наших бананов. А у нас вообще какая там кризис у нас какой-то? У нас прям так все серьезно. Скоро будет у нас. У нас никакой экономики в царе нет. Если есть, то скажите, что мы производим? Вот мы чем-нибудь производим? Мы только распродаем там наши бананы. Ну, плюс еще там у нас ананасы есть, там всякие там манго. Вот наша, вся наша экономика. Да, конечно, я бы не согласился, как можно работать в нашем правительстве РФ. С кем там работать-то вообще? Нет, не согласился бы я. А мои шаги вы увидите, без всякого правительства, в самое ближайшее время. Мы можем многое, просто еще не все это понимают, но скоро поймут.